Знаете что? Сегодня самый лучший день в моей жизни. Знаете, что у меня случилось? Берем пакет и идем рассказывать. Я знаю, у меня прическа не вау, но мне пофиг. Во-первых, я нигде не могла себе найти обувь на 1 сентября. Думала, блин, я что пойду? Не знаю, в чем. На 1 сентября я обходила весь центр. Весь центр наш. Нигде нету. Нигде нету на меня обуви. Куда-то забрела, нашла магазинчик. Я сама ходила, искала. Вот. Нашла себе магазинчик там какой-то. Хотела себе лоферы. Подождите. Я их купила. Вот такие вот. Клевые. Очень мне понравились. Так, сейчас. Как бы так вам показать? Вот такие вот на завязочках. Замши. Очень мне понравились. И самое главное. Я сегодня должна ехать... Так, и поеду я в Луганск за найками. Они там не оригинальные. Хотела покупать просто обычные за 1800. И мама говорит, что это будет какая-то клеенка. Но в этом магазине были найки. Мы их купили. За 3000. Скажите дешево. Показать. Та-дам! Оригинальные кожаные вот такие вот найки. Вот, вот, вот. Так, их стоимость 3000 рублей. Вот. Я не знаю, почему здесь китайские какие-то иероглифы. Но тут видно, когда чувствуем, типа берем вот так вот смотрим, трогаем. Тут видно, что это кожаное. И тут вот такие вот клёвые. Вау, вау, вау. Я теперь буду с ними спать. Знаете, какой это размер? 39. Тут не написано, вот. Тут Nike. Ой, ну не видно, да? Тут Nike нарисовано. Вот тут вот. Вот, ой, ой, ой. Вот тут вот, тут написано 39. Ну, они еще у меня там еще есть. Еще есть там место. Ну, это самый лучший день в моей жизни. У меня есть оригинальные кроссовки и Nike. То, что я хотела. Я не хочу, чтобы мне нога была больше 40 там. Это я не хочу. И 40 я тоже не хочу. Мне сейчас 37-38. И если у меня нога вырастет, то есть станут на меня кроссовки маленькие, то они будут моей маме. Я не хочу, чтобы у меня нога росла, она растет, я не знаю как. Ладно, мне надо собираться. Всем пока.